для создания общества без коррупции акиматом города Темиртау прилагаются огромные усилия. Проведено комплекс мероприятий по повышению уровня правовой культуры населения. В Темиртау прошел антикоррупционный форум, в ходе которого были подведены итоги конкурсов на тему «Образ честного и неподкупного труда». Наградили сотрудников средств массовой информации, широко освещающих проблему коррупции. В ходе форума было отмечено, что одним из государственных приоритетов в построении справедливого общества является профилактика коррупции. Именно поэтому в Темиртау провели ряд конкурсов с привлечением молодежи в рамках проекта по формированию антикоррупционной культуры среди населения. В рамках форума будет проводиться награждение всех участников, которые приняли участие, активное участие в данном проекте. Это будут награждения школьников, это лучший рисунок на антикоррупционную тематику, лучший видеоролик на антикоррупционную тематику, лучшая статья на антикоррупционную тематику. Все победители будут сегодня награждены денежными призами. В конкурсе было представлено более 100 работ. Авторов лучших из них отметили на сцене историко-культурного центра первого президента. Завершился антикоррупционный форум небольшой концертной программой. Кристина Кириченко, Шугула Баймухан, Жахангир Конышбаев. Новости Темиртау.